Мятый кузов БМВ и несколько патрульных машин. На момент нашего прибытия на место ДТП можно было назвать механическим. Но увиденное дальше ужаснуло. Вблизи авто лежала женская обувь. Несколькими минутами ранее из-под машины сотрудники МЧС вытащили пешехода. Женщина находилась под моторным отсеком, и для того, чтобы ее извлечь, пришлось применить специализированный инструмент, такой как пневматические подушки, гидравлические домкраты. После этого была женщина передана работникам скорой медицинской помощи. С множественными телесными повреждениями, а это переломы ребер, ключицы, бедра и костей таза, женщину 69-го года рождения госпитализировали. На момент поступления состояние было тяжелое. Пациентка осмотрена в травмопункте госпитализированного отделения реанимации, где проводились лечебные диагностические мероприятия, было выполнено оперативное вмешательство. По состоянию на сегодня состояние пациентки остается тяжелым. Дальнейшее проводятся диагностические и лечебные мероприятия для того, чтобы исключить повреждения внутренних органов. Пока врачи борются за жизнь пострадавшей в аварии, госавтоинспекторы поясняют обстоятельства случившегося. По официальным данным, примерно в 17:50 29-летняя водитель «Пежо» при повороте налево не уступила дорогу встречному БМВ. Тот пытался уйти от столкновения и вылетел на тротуар, где и был пешеход. По факту ДТП проводится проверка. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.